Готовы. Приветствую участников конференции «Политические СММ» из Вологды, из своего рабочего кабинета, который по прямым эфирам прекрасно знает, наверное, каждый вологжанин. Социальные сети плотно вошли в нашу жизнь, политики и представители власти не исключение. Это еще один мощный инструмент коммуникации. Еще 10-15 лет назад известность и рейтинг политика зависели от проведенных встреч и умения расположить к себе во время беседы. Сейчас ситуация другая. Мы можем расширить круг коммуникации до бесконечности. Конечно, есть много подводных камней, которые могут больно ударить по политической репутации. Об этом и предлагаю поговорить в рамках нашей конференции. Как политик и представитель власти должен вести себя в соцсетях? Как себя позиционировать, реализовывать проекты и рассказывать об этом? Как справляться с хейтом, критикой и оппозицией?